Всем привет! С вами Женя и Макс. Вы на канале «Путешествуйте с нами». Сегодня очень короткий ролик про крепость Тмогви, построенную в 9 веке в Джавахете. Если вы ехали из Хертвиси в Вардзию, то обязательно ее видели с дороги. Она расположилась на трех скалистых холмах, на каждой из которых были построены несколько башен. В Средневековье крепость Тмогви выполняла стратегическую роль по контролю ущелья и выходу в долину Куры. В 16 веке крепость была захвачена османами, а после русско-турецкой войны в начале 19 века перешла под контроль России. До нашего времени на территории крепости сохранились часть башен, стен, развалины храма, два водосборника и практически вертикальный тайный ход к реке. Попасть в крепость непросто. С дороги до нее не добраться. Вниз обрыв и река Кура, а вверх 150-метровая отвесная скала. Если все же есть желание полюбоваться открывающимся видом из крепости, то необходимо перебраться через мост между селами Тмогви и Пиа и следовать по грунтовке в сторону Зеда Тмогви. На этом на сегодня у нас все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Пока!